В последние дни 19-й Маккабиады, которую еще называют Еврейской Олимпиадой, израильская сборная вышла на первое место. Команда еврейского государства завоевала 411 медалей, США — 99. Канада, Австралия и ЮАР были в первой пятерке в сводной таблице медалей. Многие молодые спортсмены из Германии, а также из других европейских стран, уже с нетерпением ждут Европейской Маккабиады 2015, которая пройдет в Берлине. Господин Мордехай Тихауэр, спасибо, что присоединились к нам. Вы являетесь председателем Европейской конфедерации Маккаби, и поэтому вы участвуете в организации игр в Берлине. Как вы считаете, почему так важно провести эту Маккабиаду в Берлине? Безусловно, мы понимаем всю ту ответственность, которая лежит на наших плечах, поскольку этот еврейский праздник спорта будет проходить там же, где и состоялись Олимпийские игры 1936 года. Мы должны показать нашим еврейским друзьям из Европы, что Германия сегодня совсем не такая, какой была в 1936 году. Конечно, проведение игр в Берлине значит очень много для представителей еврейской общины, которые проживают в Германии. А что это значит для остальных немцев? В основном, люди хорошо реагируют на эту идею. Официальные лица города выступают за проведение Маккабиады в Берлине. Мы постоянно поддерживаем связь с различными организациями, политическими партиями, Сенатом Берлина и немецким правительством. Мы не хотим проводить закрытые игры. Мы открыты для общественности. Поэтому планируем провести церемонию открытия перед Бранденбургскими воротами, а не находиться все время на стадионе. Мы думаем пригласить простых людей для участия в марафоне. Господин Тихауэр, вы также являетесь членом Европейского еврейского парламента. Как, по вашему мнению, европейцы относятся к проведению этого мероприятия в Берлине? Я абсолютно убежден в том, что представители еврейской общины в Европе должны гордиться своим происхождением, поскольку для этого есть очень много причин. Хотелось бы сказать, что проведение этой Маккабиады в Берлине — это еще одно доказательство единства евреев в Европе. Это очень важно, так как многие жители европейских стран приедут в Берлин в качестве гостей мероприятия и смогут убедиться, что евреи — это единый народ. Спасибо, господин Тихауэр. Мы желаем вам всего наилучшего и до встречи в Берлине в 2015 году. We will see you then. Thank you very much. И вам большое спасибо. This is Wilson Ruiz for Wilson Ruiz, JN1, Германия.